Ого. Сверху можно увидеть все как на ладони. Может. Всем привет, это канал Туманов Плей. С вами Владимир, и мы играем в игру Uncharted. Утраченное наследие. И девчонки продолжают свой путь на крутом джипаре, и мы ездим по горам, продолжаем бродить. А я высматривать осаду. Прекрасно. Не то, чтобы я из-за него переживала. А стоило бы. В другой раз врасплох мы его не застанем. Вряд ли он от тебя многого ожидал. Погоди, это комплимент? Звучало прямо как комплимент. Его парни идиоты, но Асав... Нам просто стоит держаться от него подальше. Так что держитесь подальше от него. Так, а мне куда надо-то плыть? Не плыть, понимаю, ехать. Люди идут за такими, как Асав. Все просто. Он ищет слабых и предлагает им стать сильными. Дает им цель. Цель? А по-моему, лапшу он им вешает. А как ты вообще связалась с Асавом? И зачем? Не будем об этом. Мне показалось, что он на тебя запал. Не напоминай мне. Пригодился в свое время, но... Ну, так рассказывай. Не хочу. А если под рюмочку? Никакой рюмочки не хочешь. Я по кругу катался, в общем, я нашел выход. Так, что мы здесь имеем? Множество гор, по которым мы будем ходить, бродить. Вот, я думаю, что нужно сюда заезжать, наверх. Так, ты же военный эксперт. Как тут будет действовать Асав? Постарается устроить засады на всех подступах и остановить нас. Я бы поступил им. Погоди, осторожно. Там засели люди Асава. Сейчас расправимся. Погоди, правда, погоди, ты сейчас заметят нафиг. У нас где-то пистолет с глушителем есть. Ну-ка, давай с глушаком. Есть, получилось, прикинь. Даже не заметили. Готов. Есть. Прикинь, они... А, вот это заметил. Не заметил. Вот этот заметил. Вообще четко. Да как так? Попади нормально по нему. А если баллон рвануть? Не, ну это совсем уже. Это будет совсем беспредел. Так, вон идет еще один. Приз получен... А ты считал? А я не считал, кстати, скольких уже прибил. Так, а если залезть сюда? Да не, надо сразу туда идти. Там чувак еще один остался, быстрей. Готов. Нам бы еще таких патронов для пистолета. Отлично. Все чисто. Давай осмотримся. Я думал, хоть вазы ломаются, а здесь ничего не ломается. Так. Ящичек давай-ка откроем. Тут очень часто вот эти отмычки нужны. Использовать именно мастерство открывания замков. Ну, давай, я же уже... А, вот. Чуть-чуть надо было повернуть. Стоп, вот тут, здесь где-то... И еще разок держим. Вот он еще пестик. И сокровище, кстати. Обшитый кожей бинокль. Слушай, а что это за пушка такая лежит? Ой! Так она... Она, я не пойму, громкая? Нет, лучше пистолет с глушителем. Так, куда теперь идти? Ну-ка, давай осмотримся. Тебе ничего в глаза не бросается? Она держит лук. Один из трех символов. Да, и он указывает на те руины. Точно. Молодец. Хоть на что-то гожусь.
Ну вот, нам теперь туда надо идти, к этим руинам. А как? Вопрос как? Может, на тачку надо сесть, поехать? Ну, баллон давай швырнем. Вот такой вам фейерверк. Пошли дальше. Так, а мы машину-то где бросили? Давай тачку заберем, да пойдем на тачке поедем. Че пешком ходить? Еще мы пешком не ходили. Здесь так-то расстояние большое, поэтому надо взять машину и все спокойно двигаться. Давай, садись. Окей, мы о чем-то говорили? Мы говорили про осаду. А, да. Постарается устроить осаду на всех постах, я бы поступила иначе. Что бы ты сделала, если бы была осадом? Сбрила бы бороду. Я бы подождала. Дала противнику сделать всю грязную работу, а потом забрала бы Билли. Ты погоди. Смотри, там грузовик осава. Вроде никого. Интересный круговой узор, как на диске. Да, ну-ка, давай. В нужном месте. Открой-ка ящичек. Вот. Где-то вот здесь. Ну, можем винтовочку вот эту забрать. Давай еще в грузовик залезем, посмотрим, может там внутри что-то. Тихо. Ничего нету. Ладно, пошли дальше. А вон еще ворота надо подцепить. Открыть ворота. Заезжаем. А как так? Не получится заехать, что ли? Ну-ка, давай до ворот прогуляемся. Может, они открыты вообще? Погоди, тут что-то нарисовано было. Глянь наверх. Лук Парашурамы. Значит, Парушама. Парашурама. Парушурама. Парашурама, да. Так кто он там был? Шестое воплощение бога Вишну. Великий воин. Да, тут действительно нужна лебедка. Я беру лебедку, и сейчас мы ее откроем, эту дверь. Ворота очередные выломаем. Давай. Есть. Тяни. Кто, я за руль или нет? Надин, давай дергай. А, она не хочет садиться. Или это то, что я не разрешаю. Окей. Давай назад. Идет, все хорошо, давай еще разочек. Вот. Пошли внутрь. Чуть вниз не улетели. Так, выходи. Как думаешь, что это было? Сложно сказать. Крепость? Странная конфигурация для храма. А тут очень высоко. Ну реально по горам лазим. Мы, кстати, в Индии. Зря я перчатки не взяла. Прыжок! Куда ты полетела? О, вот так нормально. Я уж думал, босс только болтать и мог. Тихо, тихо, они впалили нас. Ну. Если я начну отсюда стрелять, вам хана. Вот-вот-вот. Так, кто там опять? Че, фонарел совсем, что ли? Иди сюда. На. Все, так, раз, готов. Так, следующий. Ну все, путь свободен. Думаю, путь свободен. Ничего не поделаешь. Идем. С чего он тут стрелял по мне? А сейчас-то куда прыгнуть? Я пока не вижу, куда, где схватиться. А, вот, все, теперь понятно. Прыжок, побежали вниз, так, аккуратно.
Да блин, опять кто там? Вот и все. Или еще жив? Ладно, сейчас разберемся с ним. А, он жив еще. Слышь, чувачок. На. Аккуратно, подожди-ка, не уходи-ка. Все, а ты улетел отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно. Снаружи стоит огромный грузовик. Будем на страже. Надо прыгнуть, наверное, или как? Как проходить-то тут? Вон туда перепрыгнуть. Сейчас я разгонюсь. Раз, два, три, поехали. Я бы предпочла, чтобы у нас была хоть какая-то фора. Ничего, да все нормально будет. Да и не важно, кто начнет. Важно, кто закончит. Это верно. Все будет хорошо. Что это? Храм? Вряд ли. Что-то я не вижу никаких божеств. Давай наверх. Конечно, наверх. Куда еще нам? Ой! За мной! За мной! Нифига себе, как мы залезли. А куда сейчас? Ну, прыгай наверх. Или вниз надо в этот раз. Нет, внизу ничего нет. А, вот тут надо пролезть. Давай повыше, подтягивайся и наверх на самый. Дальше куда? Опять прыгать куда-то? А, здесь, наверное, просто вот так вот. И все. Я их вижу, а у нас нет. Удивительно, я бы сказала. Как с ними разобраться? Подожди, где пистолет с глушителем? Как ты можешь... Блин, не попал. Тихо. Еще. Нормально, все сейчас будет. Где приз получим? Десятерых подряд, хорошо. Кто следующий? Тихо, тихо, надо увернуться. Да отойди ты, блин, я из-за тебя упала. Так. Еще раз. Не, ну попытка нормальная была, в принципе, с глушака. Да, с глушака из кустов. Есть. А что так громко, блин? Понеслась, давай. Тихо, не получилось, нашумели. Вот надо было... Да иди ты нафиг, бегаешь тут. Я из-за тебя реально не смог перепрыгнуть там. УЗИшка, не надо мне УЗИшку, давай. Автик нормальный. Ах ты, ты зачем здесь вылез? Ну-ка пошел нафиг отсюда. Отвалите. Сейчас я с ним расправлюсь. Ха, на, с ноги. Так кто там сзади лупит кто-то еще? Вон он. Погоди, вон он где-то здесь. Готов. Что, спесь сошла? Спесь. Спесь у него сейчас сойдет, конечно. На! Вот этот лазером тут пытается прицелиться. Все, сектор чист. Добрались. Это точно. Идем дальше. А давай-ка колесо покрутим. Вон, ворота открываются, все четко. Подожди меня только. Сейчас я иду. Оп. Аккуратно. Здесь все разрушено, надо ходить вообще прям внимательно. Стоп, что это было? Ну, хоть ты перебралась. А мне как? Ты видишь другой путь? Вижу. Сиди там. Поехали. Стой там. Так, смотри, раз, два, три, да подожди, а зачем отцепилась-то веревка? Еще раз зажми. Вот, все, поехали. Легко. Еще где-то надо зацепиться. И что, куда мне идти-то? А, может быть, по скалам получится идти? Нет, никак, никак. Так, ну-ка, где там был крючок? Где я зацепился? Или еще куда-то надо идти?
А, вот, может быть, по краю? Нет, никак. Давай искать еще какой-нибудь. Вот так можно, вот. Есть способ пройти. Всегда есть выход. Нормально. И куда? Вот. Вот и мы теперь вдвоем здесь будем. Только мне надо вот здесь перепрыгнуть аккуратно. Развлекаешься? Не пойму, куда. Куда сейчас? Ладно, прыгаем. Показываются туда вроде как. Там есть вон уступ. Сейчас за него зацеплюсь. Только вот так, да, аккуратно. Еще погнали выше. Выше ползем. Ой, как высоко, смотри, он джипарь внизу. Вообще опасно. Как она так лазит? Есть. Вот это да. Спасибо. Вот идем. Это да. А просто нельзя было перепрыгнуть. Там, не знаю, руку ей подать, там, чтобы не упала. И кто бы мог подумать? Говорила я это ключ. Ай да умница. Ну что, посмотрим. Что это? Повернуть циферблат. Сальский пазл? А как надо совместить? Ну-ка, давай подумаем. Ну, в принципе, вот так как-то совмещается. А, сменить активный циферблат. А, подожди. А, ну вот, стрела, лук, все, нормально. Тихо. Чё-то как-то не сошлось. Чё-то не сошлось. Погоди. Наверное, вот так. Раз. Конечно, я делаю лук. Тихо, 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 тормози. Вот так, два. А, стоп. Ну вот стрела вот так как-то. Все. Ну, ты смотри. Вот тебе и замок. Рама. Что теперь? Теперь мы повернем рукоять и глянем, что будет. Рискнуть хочешь? Ну, знаешь, охота за сокровищами предприятия рискованная. Война в целом тоже. Но если я срываю гранату чеку, я хотя бы знаю, что будет. А в нашем деле веселее. Давай крутанем, посмотрим, что будет. Может, полгорода тут разрушится. Эти и так руины уже. Ты слышала? Чувствуешь? Угу. Понеслась. Вон, видал, что мы запустили водопад. Что? Посмотри. Охренеть. Там огромный рельеф, вырезан прямо в той скале. А ты боялась, что мы нажмем на рычаг и сдохнем. Да, как хорошо, что со мной дочь археолога. Интересное, небось, было детство. Интересное. Много узнала. Мой папа обожал Хейсалу. И тратил на нее все время. Я же готова ковыряться в руинах только ради выгоды. Понимаю. Я никогда не иду на риск без выгоды. Да уж, наверное. Все-таки рулить армией – большая ответственность. Вторая натура. Компания отца. Я приняла руководство. Семейное дело? Которое я запорола. Тебе ли не знать? Вы же с Дрейком были, не разлей вода. Ну, это мы в другой раз обсудим. Ну, куда дальше? Вот и про Дрейка вспомнили. Посетить крепость над водопадами. И, возможно, крепость на горе. А, стоило мне уточнить о Дрейках, прежде чем на это подписываться. А тут не о чем особо рассказывать. Я хорошо знаю Нейта. Сэма намного хуже. Он как будто из ниоткуда появился.
Вон тачка наша стоит. Давай поищем путь вниз. Хорошо. А что там на карте она нанесла? Ну-ка, давай посмотрим. Ну, вот эта башня и вон там круглый знак этот в скале. А как до тачки теперь спуститься? Просто давай прыгнем просто вниз туда и все. А вон, смотри, вон веревочку можно цепануть. Ну. А куда она вообще делась? Вау, путь вниз. Не, такой путь не пойдет. Надо идти за Надин. Где она убежала-то? Без меня не бегай. Надо найти путь вниз, и сама свалила. Тык-тык-тык, давай. Показывай, куда ушла. А, всего лишь вот надо было спуститься. Нормально девчонки прыгают. Ага, открылось. А, вот, смотри, открылось что-то. Пошли. Полетели дальше. Ну-ка, залезь обратно. Не так надо было. Сначала веревочку кинь. Не в ту сторону. А, нет, все нормально. Полетели. И куда теперь? А, вот. Все, я увидел куда. Вот и все, мы нашли спуск. Легко и непринужденно. Садимся в машину и едем. Значит, водопады и гора. Есть. Аккуратно, девочки. Слушай, чтоб ты знала, Натан Дрейк исчез с радара. О нем может... Стоп, подожди. У меня были сомнения. А почему ты согласилась? Вот сюда. Зареному коню в зубы не смотрят. Особенно сейчас, когда все только и ждут моего провала. Понимаю, но в этом свои плюсы. Да, есть плюсы? Ну, когда люди совсем не ждут от тебя многого, их гораздо проще удивить. Но все-таки это жестокий бизнес, особенно в одиночку. Приходится использовать любое преимущество. А, погоди. Не, наверное, не сюда. Ты работаешь одна? Почти. Наверное, не сюда. Девчонка. Мы отсюда приехали. Я научилась делать вид, что поддаюсь, и уже так. А потом забирать свое. Коварство не мой стиль. Всегда предпочитала действовать напрямую. По мне, лишь бы работала. Стоп, погоди, а куда тогда ехать? Не, я думал, вот здесь будет ход, но тут ничего нету, здесь просто водопад, мы здесь разобьемся. Не надо туда, там высоко. Так, ладно, ищем путь. Ищем путь. Поехали тогда. Не знаю, вот сюда что ли опять. Надо возвращаться, значит. А может быть здесь можно заехать наверх? Нет, нигде. Но это мы возвращаемся. Хотя, погоди, вот тут можно еще покататься, посмотреть. Внизу. Ну тут все, тут тоже водопады. Отсюда мы приехали. Давай пробовать как-то еще наверх залезть. Вон ту башню она, по-моему, показала. Значит, надо туда заехать, там побродить и, может быть, найти что-то интересное. Вот здесь мы не ездили, ну-ка. Вот, все четко, нормально, идем. Как раз сейчас к этой башне и выйдем. Надеюсь, тут никого не будет. Вот, все, классно, поехали, вернее, выходим, поехали. Поползли наверх. Я покараулю машину. Ладно, только не уезжай никуда. Вот именно, не надо уезжать. А где тут залезть? Теперь наверх. Вот, идем наверх. А вон и веревочку можно кинуть. Давай.
Эй-эй-эй-эй-эй, аккуратно, раскачайся. Дрейк очень любит такие вещи, по башням по всяким лазить. И это можете посмотреть, ребята, на канале, в мои видео. Есть 4 части прохождения Uncharted, всех 4 частей. Аккуратно. Все нормально? Пока, вполне. Это уже своего рода 5-я часть идет. Только без главного героя. Здесь героиня. Ох, высоко уже залезла она. Цепляй. Бамс. Надо раскачаться хорошо. Подтягиваемся. И все будет круто. Там далеко еще ползти? Нет, ну уже вроде как... Не, многовато еще. Куда? Куда только сейчас? Куда? Ничего не пойму пока. А, вон еще дальше цепляться надо. Полетели. Куда ты? По этим слонам прыгать. Надо туда долететь еще хорошо. Раскачиваем. Прыжок, повисни, главное, не падать вниз. Ты все пропускаешь. Но могла бы и попрыгать со мной тоже. Как-то камера так сквозанула через меня. Еще чуть-чуть. Вот, я наверху уже. Все 3 символа в одном месте. Отлично. А как, что покрутить надо? Подожди, вот тут можно открыть. Топор Шивы. Посмотрим. Показывают прямо на Хайсальские руины. Старая крепость. Стоит прямо на склоне горы. Сделаю на карте пометку в виде топора. Давай, замечай, все пометки делай. В другую сторону, надо лук. Глянуть, что за дверью с луком. Веселенькое восхождение получилось. Там мы были. Там мы были, восхождение. А здесь вообще сломано, смотри. Вот еще. Трезубец. Надо глянуть, что за дверью с трезубцем. И еще одна крепость. Сразу за теми водопадами. Тебя пометим трезубцем. И последний. Еще одна крепость. И что это такое? На будущее. В общем, она отмечала она там. И теперь как это все нам объехать надо? А, вот мы, кстати, на карте вот здесь где-то. И куда поедем? Мы прошли пока только 2 башни. Там вопросик поставила. Ладно, сейчас спустимся, с Надин поговорим, куда нам идти. Может, она что-нибудь подскажет. Вот лифт, нормально, сейчас вниз сразу. Надо было найти кнопку, а потом лезть наверх. Нет бы на лифте подняться, да? Но поздняк уже, поздняк. Ладно, хотя бы спустились нормально. Где тачка-то? Ну, не зря слазила. Не зря, все нормально. Все 3 символа указывают на конкретные руины. Да ну, то есть теперь мы точно знаем, куда идти? Именно так. А куда идти-то я? Откуда знаю, куда идти? Ну, не знаю, тут можно, в принципе, съездить, попробовать. Вот туда, налево, где символы, либо по башням попробовать покататься. Ну-ка еще раз открой. Так. Давай-ка поехали вот сюда, по карте, налево. Потому что что? Потому что мы потом сюда, наверное, не вернемся. Стоп, не сюда. Вот как-то так. По этим камням. Правильно мы забрались, нет? Ну-ка, давай осмотримся. Да, все верно. А вот и мостик. Сейчас по нему проехали, и теперь надо забраться наверх сюда.
Вот дорога идет. Но это... Это куда-то обратно, нам она не нужна пока. Тут заросло все. Давай глянем, может быть это... А, мост внизу. Мост получается внизу, там все равно где-то внизу выходить. Стоп, 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 стоп. Аккуратно разворачивайся и поехали дальше. Ну-ка, карту. Да, вот как-то тут надо забраться наверх. Вот мы и приехали, вот то, что видели издалека. О, поразительно. Это уж точно. Конечно, поразительно. Выходите. Давай. И что нам тут надо сделать? Это вход или что это вообще? Как красиво. Сколько времени могло уйти на такую работу? Годы. Десятилетия. Хайсельские каменотесы были мастерами. И военачальники тоже. Ну да. Наверное, это сделано в память о победах над персами. А они были сильны. Это да. Но недолго. Ну, тем хуже для них, да? Знакомый рисунок. Этот рисунок совпадает с рисунком на диске. И что это значит? Не могу сказать, но похоже, что нам надо найти еще два символа. Понятно. Карта обновлена. Ну-ка, подожди-ка. В чем она обновлена-то? Ну и толку, что мы сюда приезжали-то? Я думал, это хоть проход какой-то в скале или что, но хотя может потом откроется, кто его знает. Ладно, понятно, садимся в машину. Ну все, едем дальше. Так, развернись. А если вот здесь просто прыгнуть? Так, нормально. Ну-ка, если тут пройти через кусты... На мост нам надо попасть. Никак. Здесь не проедем. Спускаемся вниз. Тихо, притормози-ка. А туда и не попасть, в принципе-то, да? Как, а как вообще было туда попасть? Это не отсюда, значит. Аккуратней. Вот тут можно забраться. Здесь ступеньки, но я думаю, нам туда не надо. Надо поехать. Поехать, попробовать еще как-то с другой стороны заехать. Вот, все четко. Давай, поехали тут. А здесь я не знаю, залезем. Здесь не залезем. Там только можно спуститься. Ну, поехали. Подожди, карту глянем сейчас, может быть, сообразим теперь, куда ехать. Ну, я предлагаю сейчас вот проехать сюда налево и попробовать к той башне внизу, которая справа по карте. Попутешествуем на крутом джипаре. Мы сюда вообще нет? Вау! Куда это выехали? Стоп, притормози, стоп, карту, карту, карту. Ну, в принципе, нормально, мы почти до башни добрались. Только надо съехать. По водоему поехать. И куда-то сюда. Еще раз карту. Башня слева получается. Слева.
Вот, вот здесь она. А как туда забраться теперь? Вот так задачка. Хорошо, поехали вот тут, обкатимся. Прокатимся. О, чувачки, вы чё? Вылезаем быстрее. Вот это нежданчик называется. Кто там? Где они, блин, все? Залезь. Раз, два. А, патроны, патроны, подожди. Он с пулемета фигарит, надо быстрее спрятаться. Ладно, сейчас мы с ними разберемся. На! Граната тебе! Надо залезть просто к нему наверх. Пошел нафиг! Да беги, беги, беги! Быстрее, быстрее, быстрее! Чё ты спрятался там? Ай, блин! На! Кто еще? Сядь за пулемет, все получится! Давай, садись! Да разверни! Вот, вот так надо было! Кто еще? Получи. Ты чё полез? Кто следующий? Заходите. Все чисто, что ли? Окей. Идем дальше. Ну, тачку мы оставили, а как? Я думал, мы сможем как-то на машине проехать. А вот заметка, смотри. Это не из наших трех символов. Времени не жалко? Никогда не отказывайся от лишних денег. Мы заметку сделали, ну-ка давай посмотрим. Мы вообще не туда маленечко попали. По карте вот с другой стороны надо проехать, наверное. Наверное. И попасть на ту башню. Здесь высоко. Пошли обратно, садимся в тачку, поехали, объедем. Давай, разворачивай, поехали. Вот туда нам надо попасть, но я не знаю пока как. Надо с другой стороны. Пробуем, поехали по водоему. Я предлагаю по водоему ехать. Или вон туда, вон вообще в горы. Хорошо, что у нас джипарик такой хороший. А? А вот тут сможем перепрыгнуть, нет? Нормально, проехали. Только даст ли это нам что-то? Пещера, вот, заезжаем туда. Да аккуратней машину веди. Как тачку-то не жалко. Вот мы выехали наверх, надо еще продвигаться. А, здесь грязь. Здесь грязь, мы не заедем. Ну, поехали по реке тогда. Тише, 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 тише. Где они? Пошли тогда, выходим уже. Вон трезубец. Сейчас расправимся. Гляди, трезубец Ганеша. В башне был такой же символ. Был, был, давай, погнали. Сокрушитель преград. Ты поговорить хочешь? Ну-ка, давай поговорим об этом. А ты молодец. Я подумала, раз уж мы ищем его Билли, надо про него почитать. Это божество надо знать. Ему молятся, когда приступают к чему-то новому, или когда хотят избавиться от сомнений и тревог. А, сокрушитель преград. Пока нет. Ждем Кобру 8. Я тебя прикрою. Пока можно, будем действовать тихо. А как тихо-то? Не, у нас тихо никогда не получается. Да бери сразу автик, погнали. Да, все по-тихому, все по-тихому. На. Вылезай. Да, блин, попади в него. Есть. Получай. Кто еще? Вон они бегут. Теперь УЗИшка пошла в ход. Надо еще набрать где-то патронов. Чё хорошего-то? Нас бьют. Ай, ты чё, отвали.
Дай хоть гранату взять. Тихо, 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 тихо. Дай-ка я забегу вот сюда. Здесь пушки какие-то лежат. Что это? О, хорошая пушечка, нормально. Кто, подходи. Подходи, кто, я к тебе сейчас тоже приду. Эй, чуваки. У тебя большие проблемы. Да нету никаких проблем. Где ты кричал там? А, блин. Вот он наверху. Сейчас мы ему устроим. Готов. Где еще пальба идет? Ты что ли? Ну-ка вот эту возьмем. Да задолбали. Где они стреляют? А, вон он сидит. Сейчас я до тебя тоже доберусь. Получил. Что у тебя было там? Кажется, мы всех уложили. Ты как? Вообще нормально всех раскидали. Думаю о том, сколько мы уже наделали ошибок. А я думаю о том, сколько раз нам уже повезло. То есть пози... Ладно, хорош болтать, давай открывай. Нет, не то. Не так. В чем фокус? Похоже на кнопку. Да я дала тебе шанс попробовать. Вон, смотри, что-то поднялось из-под земли. Сюда диск, наверное, надо вставить. Хороший звук. Одна из спиц в колесе повернулась. Где? Покажи. Ха. Когда я поворачиваю колеса, замки открываются. Значит, всего их, наверное, 5. Осталось 4. Осталось 4. Где мне теперь найти его? Ну-ка по карте что? Не, ну давай искать. Как теперь открывать? Давай поворачивай. Может, еще какая-то кнопочка где вылезла? Давай пробежимся, может быть, здесь что-то найдем. Ничего. Так. А в чем загвоздка-то? Я не понимаю тогда, что надо сделать. Или это на других башнях что-то надо сделать, чтобы тут открылось? Давай поворачивай. Пошли искать такой колодец, еще где-то должен быть. А где Надин вообще, а? Ну-ка, давай в тачку надо вернуться. Надин, ты где? О, патроны, подожди, надо собрать. И наверх-то не забраться. Как пройти? А, вот тут. И куда? Слушай, что-то не то. А как залезть-то? Я не могу наверх туда-обратно вернуться-то. Вот можно зацепиться. Ну-ка, может быть, здесь выход? Нет, так выход не найти. А если прыгнуть отсюда? И не попал. Так. А как наверх-то не пускают? И где Надин? Значит, что-то мы еще здесь не сделали. Не до конца сделали.
Она же куда-то делась. А вот здесь что за башня? Ну-ка. Эй, я нашла. Что, кто чего нашла? Подожди. Ты куда делась-то? Подожди, где ты там нашла? А, вот она. Но она где-то здесь была. Где она нашла? Что нашла? Почему я не нашел? Может быть, здесь наверх надо залезть? А, вот. Смотри. Давай еще нажимаем. А что насчет тебя? Два есть. Два есть. Значит, надо еще пробежать. Вот здесь где-то найдем их наверху. Где еще? Два-то маловато. А, вон она лезет наверх. Тут еще. Я сама. Красотка, молодец, все получилось. Еще надо. Еще две штуки таких. Вон еще одна, я вижу. И, наверное, вон там. Так, надо за Надин следить, куда она убежала. Я опять прошляпил. А, вот она стоит. Ладно, я попробую вон туда сходить. Вон еще одна должна быть штучка такая. Все, вниз. Да вниз уже, хватит лазить. В обезьян играть нам не надо. Давай-ка вот здесь еще. Нашла. Осталась последняя. Ну а где она? Теперь последняя-то это. Ищите, где последняя? Может, вон там где-то наверху? Давай попробуем залезть. Так, тут нету. Где же она может быть? Надо еще полазить, посмотреть. Да куда ты залезь обратно? Тут, кстати, вообще все заросло. Наверное, не сюда. Где-то более-менее открыто должно быть. Вот типа как вот здесь. Все, четко. Пошли открывать дверь. Надин, пойдем. Поломились. Попробуем открыть. Интересно, что же там за этой дверью? Если это вообще дверь. Точно дверь. Ну и что? Да что, поползли? Придется подлезть. Подлезаем, ну, пошли дальше. Вот и все, проход закрылся, да? А как обратно будем выходить? Вон мы где оказались. Вот и трезубец. А теперь, наверное, это должен быть трезубец. Давай соберем трезубец. Это мы уже научились. Это немного сложнее. Да, это по-другому, смотри как. Ага. Вот так. Все получилось нормально. Это, конечно. Добрый день. Ну что, давай пустим воду. Эй, погоди, откуда нам знать? А вдруг там не вода, а лава?
Ты издеваешься? Конечно, я издеваюсь. Давай, пускай. Ну вот. Что, мне даже жаль, что там не ладно. Еще водопад. Да, два из трех. Какие безумные старания, чтобы спрятать бивень. Дело в том, что бивень был символом их величия, олицетворял их богатство и силу. Заманчивый трофей для персов. Да. Но мой отец был уверен, что бивень — это даже нечто большее. Что? Твой отец искал бивень? О, бивень был его страстью. Он был готов копаться в архивах днем и ночью. Все наши деньги ушли на бесплодные экспедиции. Звучит знакомо. Чем кончилось? Я не знаю. Он велел нам с мамой уехать для нашей безопасности. И дальше мы жили в Австралии. И вот я стою здесь, на пороге Халибиду. Это... забавно. Последняя остановка — крепость на горе. Это та, что с топором. Так, а как туда добраться-то теперь? Вот откуда у тебя акцент. Да. Фрейзер — это же не индийская фамилия. Она мамина. С топором. А, ну нам надо спускаться и ехать. Дальше на тачке также. А может быть что-то открыло здесь, а? Проход. Или как? Мы же не сможем больше никак выйти отсюда. А, вот. Так же обратно и выйдем. Пошли. Ну, давай, давай, поднимай силушку, применяйте, девчонки, надо выходить. Давай, сильнее, 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 сильнее. Вот Дрейка вам не хватает еще. Не получается. Давай, 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 давай. Вот, пролезаем. Держи, я сейчас тоже пролезу. Вот, чуть не придавило. Ага. Ладно. Поищем выход. Последний платит за ужин. У меня сухпаёк. Зануда. А как поищем выход? Нас не пустили в тот раз выйти. Нам движется противник. Ну, ясно. А, чуваки приехали. Все, значит, сейчас дверь там будет или что-то, или джип, может быть, будет. Погнали. Иди сюда. А ты что стоишь тут, одинокий паренек? Хотя какой он одинокий, толпа такая пришла. Да где ты там? Готов. Зайди сбоку. О, этот крепкий парень. Ладно, пошел нафиг. А, подожди, подожди, подожди. С этим опасно. Готов. Все, путь свободен. Теперь уж точно. Следующий подходи. Ну, с учетом обстоятельств. Каких обстоятельств? Ты импульсивна. У тебя по факту нет боевой подготовки. Носишься, как угорелая. Не усвоила пока, что значит стрелять короткими очередями. О-о-о. И еще ты надела красное, отправляясь в джунгли. Красное что, нельзя было одевать, да? В джунглях. Видно будет тебя в красном. Ладно, а вот ящик, почему-то мы его... Это они приехали же на этом джипе, поэтому его и не было. На грузовике, точнее. Так, давай вскрываем его. Раз. Стоп, назад, вот здесь где-то. Готов. И еще один. Все, четко. А вот эта пукалка хорошая, я с собой возьму ее. Поехали. Осталось то, что на горе. А?
На горе, в какую сторону-то? Теперь понятно, зачем Асаб убили. Я думала, он просто хочет денег, как мы. С бивнем в руках он поведет за собой людей, сунет его властям под нос. То есть, как всегда. Так. Такое уже было? Много раз, с тех пор, как юный король проиграл персам. Кто только не пытался захватить Бивень и эти земли. А я-то думала, у нас охота за сокровищами. Так и есть. На войн пусть тратят время люди вроде Асава, а не мы. Что-то мы вниз, получается, спускаемся. А как проехать? Да, но ты же делала это за деньги. Как правило. А когда работала на Асава? Какие там деньги? Едва издержки покрыли. Ладно, здесь проедем. Работала на репутацию. Пришлось начинать с самых низов. Да уж, ниже только дно. Сейчас где мы? А, вот мы, в принципе, правильно едем. Там вот где вопросик, мы сейчас туда подъедем. Заодно узнаем, что это было. Там на скале. Видишь арку? Вроде целая. Ты пойдешь? Хочу ноги развлечь. Ну, давай. Что это за место? Без понятия. Что это за место? Смотри. Подожди, тут где-то что-то было. Похоже, ты рада. Люблю обезьянок. Давай-ка сфоткай. В том строении что-то есть. Ага, обезьяны. Помимо обезьян. Надо дальше идти. Прыгай. Вот еще какая-то что крутилочка. Или что? Давай посмотрим. Поглядим. Мне кажется, или это похоже на нашу карту? Не кажется. Я сделаю пометку. Еще что-то пометила. Интересно. Это какой-то хайсальский знак. Пригодится. Так, а что она там еще пометила? Символы, ты видишь? Символы? Нанесла символы вот эти все. Приз получен, знак признательности. Те фигуры, наверное, хайсальские короли. Всего их 11. Ну ладно, мы, допустим, отсюда сейчас выйдем. Дальше куда поедем? Или к обезьянам туда сможем перепрыгнуть? Похоже, до обезьян пока не добраться. Ну-ка, если отсюда? Я могу, конечно, попробовать прыгнуть, но это маловероятно, что зацепится. Ладно, предлагаю пойти к джипарю и поехать уже дальше. Эй, ты скучная. А ты хочешь, чтобы сиденья обгадили? Так. В целом, дерьма нет. Поехали. А вот ящик здесь, смотри. Красивый. Но погоди. Ну-ка, надо ящик забрать. Да сядь, в смысле, не сядь, поехала. Стой, прервемся на минутку. Идешь? Заметано. Давай-ка откроем. Ну, давай, поддавайся, этот замок сейчас мы вскроем, посмотрим, что... А, здесь простой был. Приз получен. 5 открытий. 5 открытий всего сделали. Сокровище. И там еще одно, по-моему. А, я пушку поменял. Это миниатюрная бронзовая пушка. Так, ладно. Ну, мне лучше УЗИшку дайте обратно мою. Давай наверх попробуем залезть. Ничего, здесь ничего интересного. А где бы вот этот вопрос был сейчас? Больше его нету на карте? Ну-ка, я что-то не заметил. Да, все, больше нету. Ну, надо ехать туда, где вот топор нарисован. Так, о чем мы там?
Как я и говорила, красиво здесь. Ты первый раз в Индии? Да. В нашей работе мало преимуществ. Путешествие одно из немногих. Где ты бывала? Спроси, где я не бывала. Я-то спрошу, ты ответь. Ну, я не была в Штатах. Правда? Ну, я охочусь за старыми штуками. А Штатам каких-то 300 лет. Ну да. А ты где? Что? Тут уже повстанцы. Где? Во, нам надо ящик открыть. Эти простенькие замки. Либо это уже так навык развился. Украшение в виде бабочки. А где повстанцы? Где? Ну, понятно, что машина здесь стоит. А где сами повстанцы? Мы поехали наверх. Зачем пешком? Видишь, Надин не выходит, значит, надо ехать. Вообще сюда едем? Нет, правильно? Так, если мы сейчас... Это где-то слева башня. Слева. Но можно, наверное, наверх проехать, посмотреть, что там будет. Здесь придется выйти. А, стоп. Возьмем лебедку. Да не так. Вылези просто. Надо лебедку взять. Еще раз. С чувством. Сейчас ворота откроем. Давай, дергай. Надо за руль сесть сначала. С чувством, с толком. Лебедка-то длинная. А, что, теперь Надин? Надин решила сама. Задним ходом. Не за что. Все, молодцы. Пошли сюда, проверим, что здесь. А где это по карте? Ну-ка, давай глянем. Непонятно, мы не дошли до той статуи-то, где топор нарисован. Ну, до храма пошли. До этого. А, здесь просто вот... Сала против тигра? Не очень честный поединок. Вообще-то Сала победил. Он защищал своего гуру, убил зверя одним ударом. Отсюда и название Хайсала. Хой на их языке значит удар. Сегодня я узнала что-то новое. Потом будет экзамен. Все, мы за этим только сюда пришли. А, нет, вон наверх можно. Мы сейчас к этой башне-то, наверное, и выйдем. Да, мы вообще где? Ну-ка посмотреть. Непонятно. Ладно, давай попробуем перепрыгнуть. Нет. Нахлебалась. Так, а... Да, прыгай, вода хорошая. Вода хорошая, да. Ну, в смысле, только пить не вздумай. А зачем нам нырнуть? Ну-ка, показывают. Дальше-то куда? А, вот, поплыли сюда. Здесь, наверное, надо поднырнуть и вниз туда. Во! Еще ныряй. Ныряй. Только надо быстрее вылезать, потому что кислорода может не хватить. Быстрее плыви. Быстрее плыви, всплывай. Куда дальше-то? Выходи быстрее, вон там, на свет. Всплывай. Где? Кислорода надо быстрее, чтобы всплыть. А, повезло. И... Где мы оказались-то? Ну тут можно залезть наверх, пошли. Давай, вытащи. Такая штучка они нам пригодится. Бросили. Это пригодится. Конечно, пригодится, забирай еще такую. Себе возьми, это можно по скалам лазить. Нашу снарягу. Во. Боже, запястья будут болеть. Ничего не будет болеть, пошли дальше.
Дрейк сколько так прыгал все. Выходим. Прыгаем, и надо зацепиться. А теперь куда? А теперь-то куда? Просто вниз? Ладно, пускай будет просто вниз. Скрыться под водой. Кажется, я слабак. Сейчас будем здесь биться, смотри. Нам тут, знаешь ли, не до жиру. О, здорово, чувак. Есть, есть контакт. Так, а что надо теперь сделать, как мне их всех пришить? Где? Давай, залезем. Не, возьми нормальную. О, нормально возьми. Да куда ты сейчас прибьют? В воду, быстрей. Все, сейчас ему шарахнем. Где он там? На, держи. Мимо. На, еще. Попал. Так, кто тут еще дерзкий самый? А? Где, не пойму, где он? А, вот он стоит. На. Еще вон один. Ой, возле меня прям рядом. Аккуратно. Тихо, вот пора поменять. Ружьишко пора поменять. Да где ты там, а? Получай. Вот туда наверх можно залезть. Ты как? Слегка оглохла, но ничего. Хорошо. Пойдем дальше. Пойдем наверх. Мы где вообще? Мы в этой башне или нет? Так, подожди. А где по карте нас... А, мы вообще куда-то далеко залезли. Ого. Что это такое? Думаю, скоро выясним. Надо крутануть. Внизу вот. А, нет, не крутится. Как тогда выяснить, что здесь надо сделать? На полу какие-то вот отметки. На стенах тоже рисунки. Ну-ка, давай вот здесь за рычаг попробуем дернуть. Посмотрим, что эта штука делает. А, надо прыгать, да? Чтоб не провалиться. Не надо проваливаться. Прыгаем. О, ничего себе. Если огрести топором, это неприятно. Верю, ты в порядке? Со мной и не такое бывало. А как топором не огрести? Давай, поехали еще раз. Ну, польстить умеешь. А еще не хочу ходить под топором. Давай сделаем так, чтобы не огрести топором. Он сейчас махнет. Быстрей. Нет, а как надо было пройти? Надо подождать, пока он махнет топором. Или надо подождать, прям реально подождать. А, тут прыгаешь, он сразу бьет. Так, а ну-ка подожди, какие тут отметки? Наверное, по каким-то нельзя прыгать. Я понял. В общем, давай проанализируем. Смотри. Раз. Два, он поворачивается. Если я сюда сейчас... Три, бьет. Ну-ка. Раз. Два. Три, бьет. Чуть не попалась. Как тогда? Он бьет по этим трем, смотри. Раз. Два. Три. Мимо. Видишь, все нормально. Значит, надо было просто высчитать, когда он бьет после третьего удара. Ну вот, и не попадать вроде под него. Получилось. Все нормально, идем. Заодно пофоткаем, как обычно.
А теперь куда? Ну не вниз же. Приз получен без фильтра. А, вон дверь. Да что ж такое? Опять что ли такая комната? Три статуи и два символа. Звезда. Три статуи и два символа. Ты продолжай. Три статуи и два символа. А что значит три статуи? Смотри. Кольцо. Значит, какие-то будут отдельные двигаться, да? Этот ударил. Так, раз. Два. Еле отскочила. Еле отскочила. Три. Раз. Два. Какой еще, какой сейчас будет бить? Три. Раз. А, нельзя вперед, значит. Надо просто подумать, какие там, какие бьют. Какие бьют. Так, где безопасные? Где эти клеточки безопасные? Смотри, получается. Раз. Два. Так близко. Раз. Два. Этот сейчас ударит по вот сюда, по мне. Три. Так, и этот тоже ударил. Получается, как надо сделать-то? Куда сейчас перепрыгивать? Ну-ка. Раз. Раз. Два. Этот сейчас ударит. А, этот ударил уже, вот этот. Три. Раз. Два. Все четко, нормально, я все понял как. Молодцы, все, прошли. Давай быстрее дальше. Все, Мария, давай сюда. Отлично. Еще опять эти статуи. Ох, их много вообще стало, прикинь. А, я так и думала, что будет еще одна. Как ты догадалась? Бог любит троицу. Три комнаты. Ну, здесь прям вообще посложнее. Так, вот эти безопасные, смотри. Раз. Два. А, нет, туда сразу не надо. А здесь двойной даже символ есть, по нему бьют. О, обе статуи. Давай просто так. Раз. Два. Туда нельзя прямо прыгать. Если сюда, три прыгнуть. Раз. Два. Сюда нельзя, да, получается? Так, давай по-другому. Запускай. Раз. Два. Так, этот бьет сюда? Третью, да, бьет. Три. Раз. Два. Тут это безопасно. Три. Так, сюда он ударил. Получается, раз. Два. А, не надо, не надо туда. Блин, я уже забыл, как там правильно проходить. Давай еще раз пробуем. Раз. Два. Третью сюда. Три. Потом. Раз. Два. Три. Это безопасно. Раз. Так, это сейчас бьет, нет? Два. Да, все. Три. Раз. Два. А, блин, ну почти там что-то получилось же почти. Вот так головоломочка. Так, давай еще раз. Поглядывай на статуи и символы. Да я знаю, блин. Вот это безопасный. Вот раз безопасная. Два безопасная. Туда они не бьют. Два. Три. Теперь сюда обратно. Раз. Я цела? Два. Этот бить сейчас будет.
три. Раз. Ой, я в другую сторону, смотри, получился. Два. Блин, я уже сбился со счету. Вот безопасный, смотри. Сейчас буду. Вот это безопасное. Этот куда сейчас будет бить? Вроде вот сюда можно. А, этот повернулся. Ай, чуть-чуть. Прям вот, вот прям чуть-чуть на одну клеточку как-то не получилось. Капец, вот так задачка, а. Смотри, знаки на колоннах и на топоре одинаковые. Да знаю я. На каких колоннах? Раз. Два. Давай сюда. Три. Давай в эту сторону. Раз. Два. Три. Этот сейчас сюда будет бить. Давай. Раз. Так, если я сейчас сюда пойду, он меня топором прибьет. Два. Три. Раз. Два. Блин, не так. Мне кажется, надо с той стороны обходить. В другую сторону прыгать. Поглядывай на старт. Да я понял. Давай. Раз. Два. Три. Раз. Чуть не попал. Два. Три. В эту сторону. Все получилось. Вот в принципе же получается. Вот здесь как? Кто куда сейчас махнет? Этот куда будет бить? Так, этот сейчас топором будет рубить. Получается, надо отсюда уходить. И этот будет бить. Ну, я вот сюда правильно. Нет, да как так-то, а? Все же правильно было. Либо назад надо было куда-то отпрыгнуть. Какой-то момент неправильный, где-то я не подловил. Давай еще раз. Раз. Два. Три. Давай сюда. Раз. Два. И здесь просто погнали вперед. Вот здесь безопасно в этот раз. Безопасно. Раз. Вот этот куда бьет, я сейчас не пойму. Он же топором сюда сейчас шарахнет. А, нет. Значит, нормально. Вот так надо. Нет, блин. Все, надо назад отпрыгивать. Я понял, давай сейчас, сейчас все получится. Готовы, поехали. В принципе, было правильно уже распланировано. Здесь я уже понял. Так, он сейчас не бьет сюда, да? Вот сейчас надо, вот. Есть, прошел. Фу. А, свежий воздух. А куда теперь? Вот теперь надо собрать. Теперь топор. Теперь соберем топор. Ну, что такое? Так нечестно. Да, так нечестно, правда. А, надо сначала я понял, серединку надо сначала собрать. Вот так. Теперь вращаем.
или внутренние средние куски двигают внешнее кольцо. Вот как-то так надо соединить. Стоп. Что-то задачка такая посложнее уже какая-то пошла. Так, а как сделать? Надо, чтобы вот это все приехало к одному общему значению. Подожди. Да, вот здесь надо что-то оставить как-то. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Вот так. Наверное, вот так. Сейчас все получится. Тихо. Блин, я там что-то неправильно нажал. Какая-то из этих штук повернулась. Во, вот так. Есть. Все получилось. Рада тебя видеть, Шива. Давай, надо уже с этим заканчивать. Хорошо. Да ё-моё! Видишь, это рискованно. Больно. Ну, достоинство. Давай вместе. Ну вот. Да будет вода. И теперь три. Знаешь... А у тебя неплохо получается. Быстро учусь. Один вопрос. Ведь ты могла бы заниматься чем захочешь. Зачем пытаться вернуть компанию? Ты серьезно? Мой партнер меня подло предал. Мой помощник удрал с деньгами. Дрейки сухими вышли из воды, а ты спрашиваешь, зачем мне моя компания? Да. Я допустила. Я все это допустила. А что за хрень ты все в руках вертишь? Игрушка от нервов. Она пришла по почте на наш австралийский адрес. Короче, нам пора идти, пока Саф не обогнал. Конечно, у меня не раз бывали неудачи. А что делать? Поднимаешь себя за шкирку и идешь дальше. А куда нам теперь? А кто их любит? Пойдем к машине. Ну, срежем путь. Хорошо, что назад не тем же путем. Ты бы у меня побегала от топоров. Да уж, столько топоров было. Вот это приключенница. Вон и тачка. Спускаемся, спускаемся. Сейчас мы уедем. Эй, если хочешь поискать где-нибудь в другом месте, сейчас самое время. Ну да. Слушай, так или иначе, именно твоя репутация обеспечила тебе эту работенку. Да и деньги тебе наверняка нужны. Это да. Если честно, очень приятно для разнообразия поработать с женщиной. И не говори. У нас мало фирм. Ну, один торговец оружием хотел пообщаться с главным.
А узнав, что главный — это я, решил все отменить. Ага, и ты что? Ноги ему сломала. Ух ты! Погоди, ты не шутишь? Я просто вношу ясность. Ух ты, Росс, это босс. Это просится на визитки. Так, а куда ехать-то? Уйти, продать компанию. Я в этом всю жизнь. У меня нет выбора. Да ладно, выбор всегда есть. Или вот эти символы надо поискать где-то, да? Ну-ка, если выйти вот так. Я немного осмотрюсь. Я тут постерегу. О, тут еще. Но по карте здесь отмечено, но я не знаю, что здесь надо сделать. А, вот, наверное, наверх залезть. И? Чтобы что сделать здесь? Непонятно. А, стоп, вот статуя. Куда в итоге ехать-то? А, вон отмечено все вот на центральную. Все, я понял. Так, а где машина-то? Надин, ты где, уехала, что ли, без меня? Блин, или с другой стороны я тачку оставил. Где? А, вон машина же, ё-моё. Благодарю за терпение. Поехали. Так, надо развернуться и в другую сторону ехать вообще. Так, куда? Да, вроде правильно. Фрейзер, стой. Будь внимателен. Впереди повстанцы. Да фиг с ним, с повстанцами. С повстанцами. Так, нам надо. Нам надо попасть туда, где мы ходили, где вот эти, типа, я думал, ворота. Вот здесь сейчас проедем, и все нормально будет. Нас заметили! Да это пофиг, заметили, надо, главное, ломиться вперед. Подожди, где-то вот здесь мы ездили. Немножко не в ту сторону. Надо залезть наверх. Ой, вообще не там оказались. Подожди, назад сдай. Вот здесь надо залезть наверх. Да, все хорошо.
И давай по мосту. Вот поэтому мы ездили мосту. Сейчас мы доберемся до верха. Где это место? Подожди, я уже потерялся. А, вот, да, все правильно. Ура, приехали! Вот так. Идешь? Слушаюсь. Вот теперь крутилочку надо крутануть здесь. Станцуем? Хоть этот не сломай. Дерзкая. Ну, давай. Что это? Это огромные ворота. Вот это неплохо. Такого я не ожидала. Готова? Заходим. Да. Просто залюбовалась. А что происходит? Все, у нас нету карты теперь. А вот и центр Халибиду. Последнее место хранения бивня Ганеши. Красиво. Что? Что-то я не вижу между двумя статуями Ганеши никакой дамбы. Водопады размыли. Как туда попасть? Погоди. Да, корона. Это не от ветра. Ты права. Это была сторожевая башня. Здесь и вошли персы. Я об этом городе так много слышала. И вот вижу его своими глазами. Сфотографируй. Отправишь отцу. Это мысль. Что, он не умеет пользоваться интернетом? Ну так напечатаешь и лично покажешь. Этот поезд ушел больше 20 лет назад. Слушай, о, нет, нет, ничего, ничего. Ну что, Халибиду ждет? Да, идем. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк видео, подпишитесь на канал и всем удачи, всем пока!